В районной администрации прошел торжественный прием в честь Дня российского студенчества. На него были приглашены ребята практически из всех высших и средних учебных заведений Славянского района. За чашкой чая в непринужденной обстановке состоялся содержательный разговор на волнующие современную молодежь темы. Все ребята принимают активное участие в общественной и научной жизни и много рассказали друг другу о том, как построена в их учебных заведениях работа со студентами. Большинство молодых людей приехали учиться в Славянск на Кубани из других районов края и ничуть об этом не пожалели. Краснодар мне не особо захотелось ехать, не люблю много шума. А Славянск очень нравится. Вот это тоже момент поддерживаю. Достаточно спокойный, такой очень хорошие условия, приемлемые. И все, в принципе, хорошая инфраструктура и расположение. И Краснодар рядом, и до своего района, в принципе, легко добраться. И курорты черноморские там, и тоже Азовское море тоже рядом. Ребятам очень понравилось, как прошла встреча, особенно то, что обстановка была непринужденной и можно было поговорить на самые разные темы, познакомиться друг с другом, обменяться опытом. Больше такая домашняя была встреча. Мы провели эту встречу за, так сказать, круглым столом, за чаепитием. Поговорили о всем насущном, о том, что волнует сейчас студенчество, какие проблемы у нас существуют и как их решить. Встреча прошла в такой вот, можно сказать, почти домашней обстановке. Мы посидели, поговорили, обсудили все важные вопросы, темы. В завершении встречи председатель районного совета Григорий Литовко вручил участникам приема благодарственные письма и полезные подарки – электронные книги.